В Украине могли бы сохранить празднование 23 февраля, ко дню вооруженных сил, если бы не нападение, заявил в эфире телеканала «Наш» народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Фрагмент видео она опубликовала на своей странице Facebook. В свою очередь предприниматель, соучредитель и совладелец интернет-магазина MarketSpace «Розетка.ua» Владислав Чечеткин на собственном профессиональном опыте убедился, что украинцы не хотят праздновать День Советской Армии. Любителям Советского Союза и фанатам колбасы по 2 рубля нужно признать, что 23 февраля уходит с украинской повестки для украинского общества, выплевывает остатки своего советского прошлого, и также оно очень быстро избавляется от традиционных праздников прошлых, которые тянут нас назад, написал Чечёнкин на своей странице Facebook. Речь идет об алкогольных напитках, продажа которых традиционно возрастает накануне и в день популярных среди украинских праздников. Однако в Marketplace заметили, что прежние советские праздники никак не влияют на алкогольные предложения интернет-магазина. Уровень продаж остается стабильным, но не растет. Можно что угодно говорить о большом желании украинского празднования советского праздника 23 февраля, но продажи не врут никогда. Они лучше любой социальных показателей, реальных положений дел. Последние несколько лет продажи алкоголя никак не реагируют на 23 февраля. Никак. В прошлом году было не так. В этом также алкоголь скупали к 14 февраля, и затем наступал резкий спад, отметил Чечеткин, обнародовал торговую статистику февраля. Напомним, День защитника Украины празднуют 14 октября. Праздник существует в стране с 2014 года. Также было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. 5 марта 2015 Верховная Рада Украины сделала 14 октября выходным. В этот день также празднуют православный праздник Покрова Богородицы, которую считают покровительницей казачества. Кроме того, 14 октября празднуют годовщину создания УПА.